виконавця на сцену, виконуючий обов'язки мера Харкова Ігор Олександрович Штерхов. Ректор Харківського гуманітарного університету, Народна українська академія, доктор історичних наук, професор Народної української академії Катерина Вікторівна Астахова. Ради Народної української академії, заступник мера Харкова Світлана Олександрівна Горбунова-Рубан. До даного слова запрошується виконуючий обов'язки мера Харкова Ігор Олександрович Терехов. Ви знаєте, сьогодні в городі Харкові дуже багато событий. День дитинства ми відмічали сьогодні саджаном Яру. Выпуска детского корпуса, 91 год КАИ, но так креативно, как у вас, не было нигде. И с праздником, счастья, здоровья, благополучия, с успехом, так держать! Привітати учасників та гостей фестивалю просимо Катерину Вікторівну. Сказал Игорь Александрович. Кто еще в Харькове мог бы остановить дождь, который есть по всем прогнозам? Ваши аплодисменты. Но мы не были бы с вами Народной украинской академии, если бы не понимали, я говорю совершенно искренне, кому мы обязаны, и тем, что мы сегодня отмечаем 30, и тем, что сегодня даже дождя, наверное, в Харькове нет. Я говорю совершенно искренне. Мы обязаны этому городу, мы обязаны этому району, мы обязаны вообще этой стране. Мы действительно обязаны удивительной Украине, самому удивительному в этой Украине, городу Харькову. Академия знает, это не поздравление ради и не присутствие ради Игоря Александровича здесь. Мы с вами всегда говорим, что то, что мы с вами делаем, мы делаем для людей. Мы делаем для этого города, мы делаем для этой страны. И нам сегодня с вами не стыдно смотреть на те 30 лет, которые у нас успели. Потому что на встрече выпускников вчера я говорила, и пусть меня простят не выпускники Народной украинской академии, самые красивые выпускники, самые умные выпускники, самые креативные, самые надежные для этого государства и для города, это, конечно, выпускники Народной украинской академии. Спасибо огромное городу за поддержку. Спасибо огромное людям, которые стояли с нами рядом, когда еще нас никто не знал и с трудом выговаривал. Спасибо огромное тем, и здесь присутствуют члены попечительского совета, которые много лет назад ошиблись и сказали, мы тогда были еще Харьковским гуманитарным институтом. Один из членов попечительского совета тогда сказал, Харьковский гуманитарный университет. Я чуть не упала в обморок, потому что получить университетский статус было сложно. Член попечительского совета меня так похлопал по плечу и сказал, спокойно будет. Спасибо всем, кто верил в нас, потому что спокойно и есть. Почему фестиваль книги идет? А потому что мы дарим с вами сегодня Харькову еще одну интересную традицию. Здесь, на Лермонтовской, здесь, в Киевском районе, будет еще одна точка, где будет средоточие интеллекта, где будут классные книги, где будет настоящий кофе, и где мы с вами будем стараться каждый год дарить этому городу радость. Спасибо огромное. Искренне спасибо за поддержку. С праздником. А сейчас мы просим Светлану Олександрівну Горбунову-Рубан. Дорогие друзья, я думаю, никто не сомневается в том, что каждый, находящийся сейчас здесь, на этом празднике, это люди, которые есть друг у друга. По той или иной причине, в связи с тем или иным событием в жизни. Все эти 30 лет главным центром внимания всего учебного процесса, всего профессорско-преподавательского состава был человек. Человек,
которому нужно дать образование, дать путь в жизнь, молодой, самый маленький.